Сладкое будущее кондитерской фабрики «Красная заря». С рабочим визитом предприятие посетил глава города. Осмотрел производственные линии, оценил мощности и, конечно, попробовал продукцию. «Красная заря» сегодня современное и хорошо оснащенное предприятие, конфеты и вафли которого востребованы в разных регионах страны и даже ближнего зарубежья. Мощности компании интересуют и крупные холдинги. Ведутся переговоры со стратегическим партнером – компанией «Контирус» на размещение их торговой марки на производственных площадях «Зари». Делать будут шоколадные конфеты. Сейчас мы работаем под своими собственными марками, под марками «Угости город» и «Душечка». Продаем мы их практически во все регионы Российской Федерации, но не в тех объемах, которых хотели бы, потому что предприятие молодое, мы в состоянии развития, но планируем на следующий год выйти с помощью нового партнера на 50% загрузки мощностей. А через год уже практически на 100% загрузку мощностей. Есть и локальные планы по расширению выпускаемого ассортимента. Например, запуск линии шоколадных плиток под контракты в сетевые магазины. Сейчас на «Красной заре» работает 3 линии. Одна по производству помадных конфет выпускает 400 килограммов в день. 3 тонны за смену. Здесь у нас 2 вафельные линии запущены. Линия плоских вафель, линия полых вафель. По производственным мощностям линия плоских вафель выдает в 11,5 часовую смену до 4 тонн продукции 4200. По полым вафельным конфетам выпуск тоже в районе 4 тонн за смену. Для данной линии работают графики 2 на 2. Стратегический партнер позволит увеличить штат сотрудников компании больше, чем в 2 раза, до 370 человек. А значит, возрастут и налоговые отчисления в бюджет. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.